over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Так, друзья, всем привет, меня зовут Сергей, рад вас видеть на канале. За моей спиной сделана мастерская размером 8×8, где-то в течение года своими руками. Поэтому в этом ролике хочу вам показать от А до Я, как мы ее строили, как делали фундамент, стены, крышу, фасад, утепление, внутреннюю отделку, чтобы каждый для себя смог взять что-то полезное. На основе этого видеоролика посмотреть те или иные этапы и даже, возможно, повторить, потому что общее помещение 8×8, высота потолка 3 метра, загоняя две машины, можно заниматься... как использовать как мини-мастерскую. И также хочу добавить, что много полезной информации есть в телеграм-канале, потому что прям именно туда я выкладывал с места полей. То есть делали какой-то узел на крыше, я делал подсъем, все это публиковал в телеграм. Поэтому обязательно переходите. Ну а вам я желаю, друзья, приятного просмотра. Делайте себе вкусную чашку чая или кофе и поехали. Много интересного. Немножко истории для начала. У меня была мастерская 5×6 метров. Ну и настало время ее заменить. Увеличить немножко площади, сделать повыше потолки, да и сам гараж-мастерскую сделать посовременней. Для этого разобрали старый гараж. Он, как разбирали мастерскую, у меня есть в телеграме много разных видосов. Поэтому переходите, подписывайтесь, всем рекомендую. Итак, на участке у меня уклон, поэтому трактором срезали часть грунта и стали копать небольшой котлован. Аренда трактора у нас по области посуточно, одна смена 22 тысячи рублей. По факту вышло больше, потому что трактор еще задерживался на 2 часа, вышло где-то 27. Когда мы сняли плодородный слой и выровняли пятно застройки, на грунт был уложен геотекстиль и заказали песок. Вообще, песка в общем объеме ушло порядка 45 кубов. Мы потом еще зелок даже докупали, чтобы подровнять площадку. Песок отсыпали, проливали водичкой, трамбовали сначала трактором, а потом виброплитой. Далее была закупка материала. Доска у меня уже была в наличии. Я ее покупал заранее, там больше 15 кубов. На гараж ушло примерно около 7 кубов. Поэтому применяли сухую строганную доску для опалубки. В дальнейшем она же пойдет для постройки этого гаража. Далее, для утепления плиты была закуплена целая большая машина Pinoplex Fundament. Также была закуплена арматура. Я взял, конечно, 10 мм, хотя надо было по нормам 12, но у нас все-таки гараж, давайте хоть чуть-чуть сэкономим, потому что даже 10 мм вес составил почти 1,5 тонны, и по деньгам вышло где-то около 70 тысяч рублей с доставкой. Начали собирать опалубку. Доску закрыли пленкой, чтобы ее не испортить, не измазать, не испачкать. Ну и, конечно, легче отходило от бетона. И начали раскладывать пеноплекс. По периметру пеноплекс также между собой тщательно пропенили, чтобы он не пропускал влагу. Далее принялись за укладку арматуры. Первый ряд арматуры вдоль и поперек укладывались, чтобы получилась ячейка 15×15. Его в дальнейшем поднимаем на стаканы 4 см от пеноплекса, чтобы у нас был зазор. Прежде чем укладывать второй ряд арматуры, сначала из этой же арматуры сделали продольные вставки. Или проставки, или подставки. То есть два куска арматуры и маленькие крытыши по 10 сантиметров. Их сварили, и у нас получилось что-то вроде небольшой стеночки высотой 10 сантиметров. Они были приварены вертикально, и на них уже укладывался второй ряд арматуры. Само собой, все связывалось обычной вязальной проволокой с помощью крючка.
Далее заказали бетон. Бетона здесь ушло около 15 кубов. В деньгах это где-то 130 тысяч рублей. Залили бетон без всяких проблем. Я еще в интернете насмотрелся, как рвет опалубку, поэтому увеличил ряд кольев и все крепил на желтые саморезы 6х90. Ушло тут, наверное, целое ведро. Но, как говорится, лучше перестраховаться, чем потом собирать лопатой бетон. Когда плита подсохла, каждый день эту монолитную плиту я проливал водичкой. Прям не жалел, аж у нас еще стояла адская жара, поэтому проливал чуть ли не каждые 2 часа, чтобы плита набрала максимальную прочность. Обязательно также, если будете заливать монолитную плиту, не забывайте вибрировать бетон, чтобы выгнать весь воздух и плита была намного крепче. Как только плита подсохла, я стал демонтировать опалубку. Доску разбираем аккуратно, сохраняем максимально, чтобы в будущем пошла на каркас. Поэтому делаем все аккуратно. Монолитную плиту я немножко шлифанул болгаркой, потом взял воздуходувку и сдул все камни и пыль. И далее я решил немножко ее защитить. Сначала монолитную плиту обработал первым слоем, грунтовкой. Как только первый слой подсох, прогнал еще вторым слоем уже специальной краской по бетону. Как только все подсохло, можно начинать формировать лежни. Но сначала надо сделать под лежни гидроизоляцию. У меня был начатый рулон подкладочного ковра, поэтому нарезал полос из него и подложил под будущие лежни. Весь каркас мастерской будет из доски 45 на 145, сухая строганная. Разложив лежни по периметру, выставив диагонали, беру в руки перфоратор и бурю отверстия. Далее креплю все на дюбеля. После того, как все лежни закреплены, все дюбеля каждый метр пробиты, начинаем напиливать каркас. Все стенки у меня будут глухие. Высота стоек здесь 2,90, поэтому мы их заготовили сразу махом заранее около 100 штук и шагом 590 начали собирать стенки. Стенки у нас длиной по 8 метров, работаем вдвоем, 8-метровую стенку поднимать тяжело, поэтому мы разбили их на 4 метра и каждый отдельный элемент поднимали намного легче. Стены собирали сначала на саморезы 6х90. Потом все проверяли и пробивали еще гвоздями, ершонами 90 мм. Обязательно впиливали укосину для жесткости. Таким образом, за полдня удалось собрать все стены по всему периметру. И вот последний элемент стены встает на свое место. Я хочу получить общее помещение 8 на 8 метров, поэтому для этого я заказал двутавровые балки длиной 8 метров. На удивление, мне их привезли на обычной газели. Сначала я думал, что надо заказывать манипулятор или кран, но когда мы эти балки разгрузили буквально за 10 минут в две каски, я понял, что с ними работать очень легко. Балк состоит из ОСБ плиты по центру, а снизу и сверху у меня полка из ЛВЛ бруса. Высота балки у меня 50 сантиметров. Напиливаем все элементы и затаскиваем их наверх. Монтаж всего перекрытия у нас был очень прост, так как я делал проект этого перекрытия, чтобы рассчитать все нагрузки. На основе проекта все собирается как конструктор. Ставится ЛВЛ балка, фиксируется пару саморезами, затем добавляется проставка, совмещается и крепится уголком и желтыми саморезами, затем снова балка. Все элементарно и просто. И таким образом за полдня мы собрали все перекрытие.
Далее переходим к этапу монтажу стропильной системы. Для этого по всему периметру закрепили лежни и начали собирать центральную стенку. Центральный прогон, высота стоек здесь около 1,5 метра. Шаг стоек около метра. Это сделано для того, чтобы в дальнейшем чердак был эксплуатируемый и можно было хранить какое-либо барахло. Также холодный чердак отлично будет выручать в дальнейшем в работе, когда летом будет жара. Он будет отсекать всю жару, и в помещении в гараже будет очень прохладно, он не будет нагреваться. Разметив стропильную ногу, запиливаем по образцу необходимое количество досок. Далее растаскиваем, готовим их, опираем на стену и начинаем монтаж всей стропильной системы. Первые две стропильных ноги запиливаем в лицо, так как это край стены. Ну убирай, давай другую пока. Давай. Не, просто положи под ноги и все, потом вытащим. Далее остальные стропильные ноги делаю внахлёст. Прям по месту размечаем, отпиливаем, крепим и потом ставим проставку. Сначала крепим все на саморезы 6х90. Потом, когда уже полностью соберем всю крышу, все проверим, диагонали, свесы и поймем, что все хорошо, уже пробьем наглухо гвоздями. После того, как накидали всю стропилку, можно заняться свесами спереди и сзади, а также свесами по бокам. Для этого крайние стропильные ноги выпиливают посадку для крепления будущих кобылок, которые будут держать подвесную консоль. Так, давайте я вам покажу, что мы делаем. Во-первых, мы сделали запилы для кобылок. Будут выносы кобылки и потом еще одна лобовая доска с весом. То есть это со всех сторон делаем 4. Вынос общий будет 700 миллиметров. То есть отбили сначала ниткой, то есть крайнюю стропилину замерили и эту крайнюю. Положили мелованную нить, отбили уровнем, обозначили вертикаль и сейчас все спилили. Потом сюда нашьется лобовая доска. То есть вес будет 700. Это сейчас 650 с половинкой, плюс 450 будет 700. Также у нас выступ будет назад 700. И спереди 700 тоже уже выпили. Сделали запилы, то есть топориком уже прорубили. Сейчас дойдем в ту сторону. И уже будем напиливать кобылки, вставлять, фиксировать. И попробуем сегодня еще лобовые доски сделать. Чтобы завтра можно было уже делать обрешетку, ОСБ. И, возможно, ковры раскатывать. Посмотрим. Так что трудимся еще.
после того, как весь каркас готов, можно начинать делать кровлю. Сначала у нас идет ветрозащитная мембрана. Весь пирог кровли будет состоять из следующих материалов. Это ветрозащитная мембрана, обрешетка, далее ОСБ 9 мм, далее подкладочный ковер и далее гибкая черепица. Поэтому идем по порядку. Раскатываем ветрозащитную мембрану, стреляем скобами, делаем нахлест, затем монтируем обрешетку. Доска здесь 25 на 100, сухая, нестроганная. Чтобы на крыше был всегда марафет, не было мусора, берем воздуходувку и продуваем всю кровлю. Воздуходувка у меня самая обычная, это GreenWorx на 24 вольта. Я всем рекомендую такой аппарат, потому что выручает нереально круто. После того, как обрешетка вся готова, накидываем ОСБ на крышу 9 мм и все пробиваем на ершовый гвоздь 32 мм. Мы тут работаем пистолетом, поэтому идет все очень быстро. Как только готово ОСБ, монтирую капельную планку и раскатываю подкладочный ковер. После подкладочного ковра формирую торцевые планки, затем наношу битумную мастику и начинаем монтировать гибкую черепицу. Кровлю здесь монтировали втроем. Один подносил кровлю и вдвоем работали на крыше. We'll be right back.
Такой объем кровли, а это около 100 квадратных метров, мы заколотили за один день. Мы сделали крышу на гараж мастерской своими руками. Ничего сложного нет. А по коньку, то есть я дошел рядовой черепицей, сделал нахлест влево и вправо, и потом нарезал вот эти полосы по 25 сантиметров, чтобы создать вот такой типа, ну, хребет и конечный вид, чтобы спрятать белые полосы. А не забывайте учитывать ветровую нагрузку. У нас тут поля, дует оттуда. Соответственно, каскадом мы выкладываем с дальнего края, чтобы если ветер задувал, ее не поднимал. Как только кровля была готова, можно начинать делать фасад. В первую очередь надо раскатать, затянуть весь фасад ветрозащитную диффузионную мембрану. Стреляем на скобки и проходим сразу два круга. После ветрозащитной мембраны у нас идет небольшой вент-зазор. Тут у нас рейка 25 на 50. После рейки у нас будет обрешетка. Она взята с шагом под монтаж строительных плит QuickDeck, так как в дальнейшем планируется фасадная плитка. Доска на фасаде используется 25 на 100, сухая, не строганная. Бьется на гвозди 63-й ершоны. После того, как подготовили всю обрешетку, пошел монтаж строительных плит. Плиты крепятся сначала на саморезы. Шип PAS обязательно промазывается водостойким клеем D4. Затем все пробивается наглухо гвоздями 32 мм. Как только заколотили весь фасад, все строительные плиты, начинаем монтаж фасадной плитки.
Тут я использую фасадную плитку Brick от компании Deki. Цвет у меня такой, как а-ля песчаный кирпич. Очень классно смотрится. Я уже не первый раз работаю с таким фасадом и смело могу всем рекомендовать. Хорошая гидроизоляция, хорошая шумоизоляция, простая в монтаже и большой срок службы. Фасадную плитку бьем с пистолета на 32 гвоздь. Работали в два пистолета 2 дня, и фасад почти в 150 квадратов готов. Далее переходим на внутренние работы. Утеплили стены. Стенка у меня 150 мм. Утепляем в 2 слоя полтинником и соткой с перехлёстом швов. Далее без пароизоляции, так как я в мастерской работаю, а не живу. А может, по факту и живую, и работаю. Но так как используем строительные плиты ShipPass плюс все это будем проклеивать, я не стал делать пароизоляцию. Возможно, стоило, но опять же, смысл от нее, если я бью строительные плиты прямо по каркасу. Я хочу добавить немножко жесткости, это раз. Во-вторых, я хочу сэкономить место, чтобы не было никакого там зазора, вент-зазора, чтобы не жрать внутреннее пространство. Поэтому пароизоляция тут не нужна, а если бы она была, я бы ее тупо прострелял всю гвоздями. Итак, пробил 2 ряда строительных плит. Сразу начал делать разметку. Разметку под электрику. У меня в прошлой мастерской было всего лишь там 6 или 8 розеток. Тут у меня будет 36 или 38. То есть я каждый метр на каждой стенке сделал розетку. Я на потолке заложил 6 розеток. Я на улице сделал 8, плюс чердак, плюс освещение, видеонаблюдение, интернет, вентиляция и много-много-много запасных проводов, чтобы потом все было везде доступно, чтобы не бегать с удлинителем и было много свободных розеток. Это опыт, много розеток не бывает. We'll be right back.
После того, как стены были готовы, залезли на перекрытие. Перекрытие у меня утеплено в 200 мм. Это 2 мата по 100 мм. Утеплитель тут Knauf Nord. Делали также с перехлестом швов. Затем собрал щиток, автомат. Щиток самый простой. Есть, конечно, и УЗО. Есть в одной автомат. Есть три фазы, три группы электрики, чтобы у нас не было перегрузок, чтобы все работало как надо. Ну и, конечно, поставил ворота. Ворота гаражные я очень долго выбирал, ездил знакомым. В итоге остановился я все-таки на Дархан. Это 40 миллиметров сэндвича. Теплые ворота уже пережили первую зиму в минус 36. Это самый пик у нас был. Я отапливался одним конвектором на 1 киловатт. У меня в мастерской было 7-10 градусов, и ворота не промерзали. Поэтому смело могу рекомендовать Дархан, поездите, посмотрите, повыбирайте. Работает очень классно. Плюс автоматика, все подъемное, удобно. Поднял машину, загнал, колеса перекинул, загрузился инструментом. Все работает как часы. Так, друзья, давайте немножко подведем итог, что мы имеем. Какие-то моменты я добавлю, что бы я, возможно, изменил. Ну, что я изменил? Я бы, наверное, сделал больше, потому что я не знаю, как я помещался в 5х6, потому что даже сейчас еще не доделана сварная зона, да, то есть где будет стоять верстак, сварочное оборудование. Ну, уже слесарный верстак сделал, такой здоровый, на 2 метра, где-то 2,5 даже. То есть, ну, постоянно стол тоже занят. Я вот тут делал лестницу буквально вот недавно. Поставил фрезерный станок, поставил опилка, как он там называется, стружка-отсос. То есть, в принципе, пока я эти ламели все фрезеровал, то есть, ну, места все равно не хватает. А так, в принципе, что могу добавить? Во-первых, всем интересно, сколько денег, наверное, ушло. То есть, точно не скажу до копейки, потому что я считал где-то до 1,5 миллиона, а потом уже перестал. Самый жирный кусок финансов это забрала монолитная плита и подготовка, потому что участок у нас с уклоном, пришлось много делать земляных работ, много завозить песка. По сути, монолитная плита вышла где-то 450 плюс-минус тысяч рублей. Это 8 на 8, это двадцатка бетона. Это больше 40 сантиметров песка трамбованного, уже на выходе было там, наверное, сантиметров 60, то есть все это утрамбовалось. Арматура десятка, то есть не двенашка, можно было еще раздуть плиту. Тут нету никаких коммуникаций в плите, потому что у меня все коммуникации заходят через стену. И плюс у нас еще нет финишного покрытия, по сути у нас под ногами покрашенный бетон. Потому что я надеюсь, когда-нибудь заедет газ, мы дом поставим на газовое оборудование, а тут я сделаю водяной теплый пол и уложу какую-нибудь плитку. Дальше, что еще из недоделок? Да, по фасаду это все окантовки, углы, подшивы, свесы, водосточка. Это, наверное, еще 1200 плюс-минус надо. А вот что мы имеем на сегодня, это плита, коробка под крышу с утеплением 150, перекрытие 200, отделка снаружи фасадной плиткой и строительной плитой Quick Deck плюс покраска в два слоя ушло где-то 1,5 миллиона. То есть я примерно прикидывал, где-то получается около 30 тысяч за квадратный метр. Это при условии, что практически всю работу, 90% я делал сам. Там с привлечением ребят, там подневка и так далее. Да, заказывали трактор на земляные работы. Да, я заказывал бетон, то есть мы сами не мешали, миксер заказывали. То есть и в таком ключе. Но могу сказать, что это кайф, то есть вот сейчас у нас на улице плюс 26, тут прохладно,
кайфово. То есть утепление, холодный чердак, все это как бы компенсирует нагрев, плюс мягкая кровля на крыше, а не металл, как было раньше. Потому что в прошлой мастерской, если я что-то делал здесь, то я мог делать это только, наверное, в 12 часов ночи и то, когда проветрил. Потому что ты стоишь, с тебя пот льется, а тут вообще кайф, прохладно, как мини-холодильник. Плюс подъемные секционные ворота, это пушка, мы занимаемся стройкой. Когда надо быстро машину переоборудовать, то есть ты ее в тупую сюда загоняешь, инструмент перекидываешь, какой тебе надо, и выезжаешь, кнопку нажал, ворота опустились. Это удобно. Конечно, да, у нас пока еще тут свалка, мусорка, помойка. Я хоть и разбираюсь, но это нереально, короче. То есть у меня есть отдельный угол для стройки, отдельный угол для блогинга, отдельный угол для инструмента какой-то переоснастки. Вот надо собрать еще сварочный угол, потому что еще руки не дошли. Где баллон-то хоть? А, баллон занесли, уже хорошо. То есть и вот в таком ключе занимаемся пока слесарными работами, с деревяшками, да, то есть много работ там по лестницам, еще каким-то окантовкам, деревянным изделиям, но хочется уже добраться до металла, потому что с металлом работать поинтереснее. Надеюсь, вам ролик этот был полезен, друзья. Переходите в телеграм-канал, подписывайтесь, там много чего интересного происходит. Все силы сейчас брошены на телеграм-канал, потому что это очень удобно. Онлайн прям трансляция, где ты и что ты делаешь, как ты делаешь. Много советов, рекомендаций. Я уверен, каждый найдет для себя много полезного контента. Ну и, конечно, пишите комментарии, что бы вы изменили. Кто-то скажет, из газоблока построить дешевле. И да, и нет, я не соглашусь, потому что я не каменщик. То есть я не знаю ценник, я не знаю, как с этим работать. Понятно, что можно было купить газоблок, на клей пену посадить, поднять стены. Но, опять же, один фиг, у вас перекрытия и крыши деревянные. То есть, чтобы сделать такой огромный пролет без стен, соблюсти все нагрузки с запасом прочности, потому что у нас снега наметает, у нас крайний участок, у нас поле, чтобы вы понимали, снега наметает больше 2 метров высотой. То есть, чтобы мне дойти до сарая, там покормить кур, зимой, я пару раз копал в тупую тоннели, потому что убрать снег нереально. То есть, это надо все учитывать. И, соответственно, уйти от такого перекрытия можно на доску, при условии, что у вас будет центральная стенка. Если кого-то это устраивает, деление на зоны, но я хотел получить общее помещение. Это классно, это мобильно, это удобно. Крутись, вертись, двигай все, что хочешь, работай как хочешь. Поэтому это здорово. Что бы я изменил? Конечно, я бы сделал больше. Как минимум, я бы сделал, наверное, чуть длиннее, хотя бы еще 1-2 метра. Но мне кажется, один хрен места было бы мало. Поэтому радуемся тому, что есть. Это пушка, это мощь. Возможно, когда-то я пристрою чуть-чуть впереди навес, возможно, чтобы можно было еще и заниматься на улице, какие-то покрасочные работы. Чтобы там не под солнцем, а хотя бы какой-то навесик. Но это уже другая история. Поэтому еще раз спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои мысли в комментариях, чтобы вы добавили, изменили, как у вас гараж, какой вы построили, сколько он стоил. Ну, желательно на сегодня, а не когда 10 лет назад за 100 тысяч я построил 10 на 10, и он еще стоит. Еще раз спасибо. Всем пока-пока.